Так, блин, где ты опять просыпаешься? Да ты что за светомузыка-то? Ночь на дворе. Почему я сейчас сплю на улице? Почему я в дом не могу свой зайти? Да я его даже не вижу толком, свой дом, не то, чем в него зайти. Так. Васильич, ты дома вообще нет? Васильич? Пошел куда-то. Не, ну я считаю, это ненормально посреди ночи в гости к человеку заходить. Ну раз уж я не могу попасть домой, то греться здесь буду. Мне-ка он смотрит на меня. Ходит что-то туда-сюда. Фонарик мне найти надо однозначно. Без фонарика вообще ловить, мне кажется, здесь нечем. Темнота вообще. Как будто уголь ворует кто-то. Не, ну серьезно, дайте мне фонарик-то хоть один. Двери что-то открыты-закрыты. Васильич, ты что ли опять здесь все пооткрывал? Да блин, ну хоть убей, нифига не видно. Не, ну он же должен быть где-то. На втором этаже, например. Да вы что, издеваетесь, что ли? Здесь без фонаря я точно пропаду. Может, дома у меня фонаря? Точно, я ж не могу попасть домой, чтобы взять фонарь. А дома у меня есть фонарь. Может, спать лечь, может, не заметит тогда. Да блин, ну дайте мне фонарь-то. Сколько можно по кромешной тьме ходить? Двери какие-то закрытые, не открываются. Да там и не видно нифига даже. Что за ерунда-то творится? Может быть, вот так сделать? Во! А, вот, кстати, фонарь нашел. Ладно тогда. Так. Ну все, теперь фонарь есть, я буду как профессиональный домушник. Так, красный ключик мне надо бы найти. Васильич, ты там что храпеть-то начал? Надоел. Я же со своего дома слышу, как ты храпишь, просыпаясь периодически посреди ночи. В шоке в небольшом. Так, давай-ка поищем, где у него ключики-то здесь есть. Не, ну по-любому же где-то ключик должен быть. Офигенно. Офигенно у тебя запасной выход, конечно. А если я не знаю, в гости тебе приду там. Напьюсь, допустим. И дверь перепутаю в туалет. И что, я туда вниз падать буду? На эту шахматную доску? Ты же понимаешь, что это не совсем варик. Ты что, все поспал, проснулся уже, что ли? Так, желтый ключ нужен. Васильич, давай уходи куда-нибудь отсюда. Так, и что у нас здесь интересного? Нифига у нас здесь интересного нету. Что за надпись-то постоянно? Сосед здесь? Ну здесь так здесь что? Я не сомневался, что он здесь. Опять он со своей светомузыкой из глаз надоел уже. Ключик-то мне дайте. Либо красный, либо не красный. Какой-нибудь. Либо золотой. Ты что, в туалет сходил, что ли, только что? Я прям как ниндзя, беззвучный. Меня даже не слышно, что я здесь есть. Вот однозначно здесь. Оп-оп-оп. Кто-то бежит. Так, валим, валим, валим отсюда, пока ветер без камней. Да блин, да чё ж я в дверь-то попасть не могу? Васильич, это не я был. У тебя все нормально? Ты заметил, что у тебя как нимб над головой вертится? Бесишь уже со своей светомузыкой. Ну чё ты бегаешь туда-сюда? Какие-то следы на земле оставляешь. Не, дело, конечно, твое. Не мое, как говорится. Ищет там все кого-то ходит. Не, ну подожди, ну ключ же должен где-то лежать. По-любому заныканный где-нибудь. Да надоел-то, отстань ты от меня. Скажи лучше, где мне ключ найти. Так, а здесь? О, а здесь у нас балкончик. И вот он, кстати, золотой ключик. Отлично, золотой ключ нашли. Так, а где у нас дверь с золотым ключом? Сейчас мы найдем, где у нас дверь с золотым ключом. Где-то, по-моему, здесь была. Офигенно. А чё, не открываемся? О, да неужели открылась, блин? А дальше-то мне как внутрь-то зайти, прикажете? Васильич? Это не я, тебе кажется. Это все фигня. Ты куда ты ходишь-то за мной постоянно? Подошел на меня, что-то посмотрел, больше нифига не делает. Вообще обалдел, блин.
Еще и дверь вообще не открывается. Вообще чудесно, я скажу. Прям вот замечательно. А, замок мешается. Все, понял, отстал. Да, Василич, да уйди ты отсюда, что ты мне мешаешься? Ты вся, но слепой меня не видишь, ну что? Сколько можно-то бегать здесь, мешать мне? Не надо ходить, не мешать. У меня, видишь ли, дверь здесь не открывается. Такие часы-то валяются. Ну мне туда надо как-то попасть. Это что за фигня-то такая? Что ж происходит-то? Так, сейчас мы разберемся, быстренько разберемся, что здесь и как, и что не так, как говорится. Секундочку, буквально, буквально секундочку. One moment, please. Так, все, я тут. Сказали, в случае чего делать вот так. Во, все. Шикарно вообще. Дверь-то я все равно не могу зайти. Че мне здесь мешает? Да вы что, издеваетесь, что ли, или что? Там, кстати, открыто, между прочим. Я вообще балдею над этим огородом, над всем. Да кто там падает? Я что, вверх по лестнице до сих пор поднимаюсь? Вообще обалденно, блин. Ладно, сделаем тогда по-другому. Так сказать, зачитерим чуть-чуть. Ну а что я поделал? Я ничего не могу с этим поделать. Это не моя проблема. Так, а как мне теперь отрубить? Волк. А как мне теперь это сделать-то, блин, а? Да что за беда-то? Да, вот сосед тоже пройти здесь не может. Волк. Ходить. О, все, наконец-то. Так, ладно, будем считать, что я сюда так добрался. Извиняюсь за все неурядицы, вот эти, которые здесь происходят, но... Такие вот дела. Вы что, серьезно? А нафига я вообще открывал эту дверь, если здесь всегда был... Здесь просто была всегда открытая дверь, вы серьезно? А я тут какие-то кругаля наматывал, значит, что-то мутил, что-то делал, чтобы попасть в то место, где я уже был. Замечательно просто. Так, ладно, где у нас... О! Вот он у нас и красный ключ. Джонни, ты опять в окно смотришь? Кого ты там все выглядываешь-то постоянно? Че, не открывается? Откройте? О, ну конечно, водой все затоплено. Ясен фиг, там фиг что откроется. Василий еще какой-то странный ходит, меня даже не видит. Может он ослеп, правильно? Сегодня какой-то боярышника выпил, вот и ослеп. Нефиг пить, что попало, вообще пить никому не стоит. Так, ну сюда же зачем-то есть вход. Не просто так же здесь. О, выход на крышу нашел. Вообще замечательно. Кстати, я зонт забыл взять. А вдруг дождь пойдет, а я без зонта. Пойдем выше прогуляемся. Может, придем куда? Да блин, у него какой-то здоровенный домино. Может быть, спрыгнуть куда? Опа. Вон оно что. А там ключ лежит. Так, а выйти-то я потом смогу. Ну да, наверное, с этой штуки смогу выпрыгнуть. По крайней мере, я хочу верить в это. Так. Ключик взяли. Так, какой-то ключ мне золотой не нужен, по-моему. Да-да, Васильич. Блин, я ж без зонтика. Блин, ну здесь высоко разбиться можно. Яйки бы, главное, синие разбить. Так. Опа, нифига себе. Вот это да, вот это я молодец, как я умею.
Так, а где, слушай, у тебя вход в подвал-то вообще? Слушай, да ты точно дурачок, я смотрю. Василич, ты ко мне в упор подбегаешь и меня не видишь. У тебя явно что-то не так. Не знаю, с чем именно, но явно что-то не так. Так, так, так. А где был красный? Красный ключик красного. А вот он у нас красный ключик. Кстати, зонт сразу заберем, вдруг пригодится. Офигенно вообще, все видно. Просто вот подходи, я не знаю. Только вот так, наверное, подходи. Делать по-другому никак. Так, что у нас здесь? Наверное, я так ходить и буду. О, вот и ломик мы нашли. Так, красный ключ не нужен больше. Есть ломик у нас. Так, а здесь у нас просто подперто было, да, чем-то. Так, ну пойдем посмотрим. Че у нас там, где откроется? Чакры, может, какие-нибудь там откроются наши. Ты надоел, Василич, бегать. Ты че бегаешь по дому? Меня не признаешь, соседу, что ли? Ты че ты прикопался-то ко мне постоянно? Побегай, что-то надо от меня. Ты че ты бегаешь туда-сюда? Во, на улицу, да, беги, мне кажется, там веселее будет все. Так, ломик. Так, и что у нас здесь? Так, ну вот и в подвальчик зашли. А куда мне, кстати, все ключики забрали? И ломик забрали, все позабирали. Вот демоны-то, а. Чё ж ты тут прячешь-то, сосед, а? Интересно. Интересно, где, конечно, того, да там даже выхода нету, блин. Там даже двери нету второй. Так, главное, цепануться вовремя, давай вниз-ка опустимся, посмотрим, что у нас здесь есть, чё ж ты тут прячешь. Нафига я ещё к тебе в подвал полез, начнем с этого. Вот реально, что я делаю у тебя в подвале? Там какая-то темнота. Блин, нифига себе, я чуть не упал. Какие-то страшные звуки. Зачем я вообще проснулся посреди ночи, пошел тебе в дом, просто хотел поспать. И у меня сыграло любопытство, дай-ка я залезу, посмотрю все-таки снизу. Что же происходит-то? Это у нас что такое стоит? Привет. Ты кто такой? Так, ну и что ты смотришь на меня? Нафига ты здесь вообще встал? Где вообще мой лом? Лом забрали. Как мне куда-то заходить, если у меня даже лома нет? Может, здесь есть еще один лом запасной, там не знаю, лом какой-нибудь. Да хватит там, ты не гуди, блин, надоел. Так, карточку надо и лом надо. Ладно, карточку еще, допустим, найду. Так, вот она, карточка у нас лежит. Так, давай-ка, наверное, вот так все-таки сделаем. Так, а лом у нас где? Где у нас лом? Он вообще здесь есть? А у меня его в доме соседа назад забрали. Как-то не по фэншую. А, вот он. Отлично. Все, отлично, лом имеется. Не такой-то уж и страшный. Иди, детишек там пугай. Меня вообще не стоит трогать. Хотя страшненький ты все-таки, однако. Не повезло тебе, наверное, с девушками. Блин, ну реально ничего не видно. А как это делали-то вообще? Так, отлично, и что это... Вот-вот, и как я вот это вообще, по идее, должен здесь проходить? Обалдеть! Не, нафиг, лучше вот так буду прыгать. Да блин, не долетел! Ну вы что, серьезно что ли? Ну все, полетел я теперь в никуда. Да что ж такое-то, а? Что ж я кому сделал-то? Так, ну ладно, окей, давай по новой, что же здесь поделаешь-то? Зато мы помним, где что находится. Так, 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 давай, 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 спускайся, спускайся. Вперед, сейчас главное нигде не упасть здесь, не навернуться. Нафига вообще, вот кто эти прыжки делает постоянно? Я вот не понимаю, блин. Лазить вечно постоянно, где бегать, ну что-то лом, не лом искать. Так, лом. Да привет, привет, ты бы хоть ходил бы, делал бы что-нибудь. Ты думаешь, на меня жуть нагоняешь? Да нифига ты на меня не нагоняешь. Сам на себя только нагоняешь больше жуть. Народ здесь пугаешь, блин, непонятно. Хотя даже не знаю, кто здесь находится. Так, подожди-ка. Блин, а я боюсь шифта прыгать. В прошлый раз я что-то не долетел. Может, до первой платформы все-таки попытаться. Опа.
Кто молодец? Лёха молодец, конечно же. И чё тут? И чё это и нафига? Просто свечки горят и золотое яблоко? Ты просто хранил золотое яблоко? Да офигеть, я теперь сказочно богат, блин. Сейчас главное назад не будет вернуться, да и всё шикарненько будет. Так, все, я опять полетел. Ну, прям здесь и переночую, прям в полете. Еще бы не тяну, сейчас глаза открою где-нибудь в другом месте. Все, спокойной ночи всем, друзья. Так, ребят, извиняюсь, конечно, вот за эти все неудобства, которые были мне неоднократно мешали во время записи, то есть я несколько раз начинал по новой, плюс разработчик сам писал карту, то что если будет проблемы, именно вот писать так, чтобы удалять дверь, что я и делал в принципе, и потом набирал флай. Ну, как вы видели, это в принципе не помогло, и там был и так выход до этого. Если мне кто-то все-таки подскажет, как убрать эту светомузыку из глаз соседа, я буду очень сильно благодарен. А, давайте, ребят, все, всем спокойной ночи, с вами, как всегда, был я, Лёх Смерть, не забываем ставить лайки, оставлять свои комментики. А, также, кстати, хотелось бы передать огромное спасибо Никите Лялину и его жене Людмиле. Людмила помогала мне в свое время с превьюшками, а Никита меня недавно довольно сильно удивил. А, я живу в Сибири, в Новокузнецке, он прислал мне с Хабаровска коньяк. Там через знакомый как-то передал. Спасибо тебе, Никит, большое, прям от души. Все, ребят, всем спасибо, всем пока, с вами, как всегда, был я, Лёха Смерть. Так. Ну и чё сидим, кого ждем? Все за вас что ли делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин, однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик и жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лёхи Смертника повышает вашу потенцию, а если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что думал, что это все что ли? Конечно же нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я от тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.